9 мая 1945 года нацистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции одержали полную победу над агрессором и его пособниками в Европе. Четыре военных года стали для белорусского народа самыми трагическими и вместе с тем самыми героическими в истории. Белорусы внесли большой вклад в разгром врага. Более 1 миллиона 300 тысяч наших земляков сражались на фронте. Около 400 тысяч из них получили боевые ордена и медали. 446 человек стали героями Советского Союза. 412 уроженцев Беларуси во время войны получили генеральские и адмиральские звания. На белорусской земле развернулось крупнейшее на континенте партизанское движение против оккупантов. В нем принимали участие 374 тысячи человек, не считая скрытого партизанского резерва. Колоссальное напряжение сил и великое самопожертвование помогли отстоять наше право жить на своей земле. Подписывайтесь на канал и узнайте больше о нашей истории.